Дорогие возлюбленные братья и сестры, наши старые добрые традиции усвятки завершаются в этом году. Более они есть. Каждый год уже мы завершаем рождественские праздники, рождественские представления, прекрасные рождественные концерты здесь, в этом замечательном году. Мне хочется сегодня передать вам слова поздравления и благодарности Его Высокопреосвященству и митрополита Александра. И особенно, конечно, редким по Христиан Милана, но чувствую себя вам, за то, что вы понимаете важность этого, ценность этого. За то, что вы все это делаете, позволяете стоять своим развитием все. Большое вам спасибо. Всех дорогих детей, всех родителей, поздравляю все лично.